Какой интересный глаз. Надеюсь, это не очень болезненно. Какой-то звук. Там что есть? Сегодня промывают краны. Так что эля нет. Но есть виски, ром и дыхание чумы. А для трезвенников грушевая газировка. А нет ли чего-то особенного? Вы о кровавой настойке? Ложа наверху зарезервирована на месяц вперед. Хотите попробовать? Приходите в другой раз. Продаете гнусное крысиное пойло? Дыхание чумы – это что-то особенное. Вы его полюбите. Кто там? Пришлось пожертвовать половиной имущества. Но нет. Эй, с тобой все в порядке? Кровавой настойки. Вчера почти удалось увидеть его лицо. Может, поговорю с ним, попрошу прощения. Все будет. Лучше из уличных псов присоединяться к нам, а я приближусь к главным тайнам. Сказал, что сегодняшним напитком следует наслаждаться. О, так ты, значит, мысли читаешь? А хоть бы и так. Ты же знаешь, чем мы занимались в королевской кунсткамере. Жаль, что оракул уничтожили. Просто невероятное устройство. Мы уже переходим. Ну, неужели он так? Наверное, добро. Не сравняться с настоящей силой, внутренней силой. Стоп. Мы слышали их мысли, видели их сны. Даже не вложили в устах наши слова. Сказывать погоду, гадая на лягушачьих руках. Без результата. Я позанимаюсь с тобой, если позволишь мне выиграть этот конкурс. Ласкающий, обволакивающий. Комната кружится.
Клянусь, я не могу двигаться, а комната вращается. Ох, сейчас меня стошнит. Погружаешься в бездну, кто там? Пришлось пожертвовать половину ему. Недостаточно. Какой-то звук. Там кто-то есть? Готовьтесь. Секретарь сказал, что сегодняшним напитком следует наслаждаться. Он только для ценителей. Сегодня с нами будет чужой. Она поет в моих... Начнем. Я хочу еще зайти в паб потанцевать с Молли. Все готово? Почти. Я включил охранные системы на этаже. Если кто вдруг и проскользнет, его ждут неприятности. О, хорошо. Помнишь дамочку, что пришла за автографом Юня? Пол ударил ее током, и она заверещала, как крыса в мышеловке. Что? Неудачный ход! Твоя
моя вина в том, что ты... Дорогое хобби. Мое почтение. Будет тушеная говядина с кровью. Жрать охота. Дрянь, а не жратва. Никакая это не синероты. Хрустаками, небось, накормили. Эй, Эулина, а потом снова вам уже прийти. Из грязи вы
приёк поилил. Одним лишь талантом он обладал, был хороший обычный. Необычный сейф. Но я их столько взломала. Справлюсь и с этим. Шань Юнь, мне пришлось бы отдать целое состояние, чтобы его послушать. Но я здесь не затем. Похоже, тот нож. Дауд был прав. Певец я так себе. Тут нужен голос Шань Юня. Эта штука может играть песни Шань Юня. Их просто нужно найти. Ключ от сейфа, песня? Хм, необычно.
Он же выступает в Королевской опере. Зачем ему частные концерты? Не подойдет. Thank you.
уже переходе. Наверное, донор хочет умереть. Ты умрешь, муть! Нет! Ты заплатишь за его смерть! Нет! Не стоило тебе этого делать! А твой череп я смелю в порошок, буду в чай добавлять. Ты друг! Дай-ка я вытру кровь! Вот как! Твоя игрушка бесполезна! С тобой все в порядке! Наверное, донор хочет умереть. Ненавижу тех, кто цепляется за жизнь. Предпочитаю быть. Как ты умираешь? Убью тебя, тварь! Ты умрешь в мучениях. Мой последний. Прикончим ее. Я покрашу себе ногти твоими кровью. Я вернул тебе к нам, Салам. Что за ш... Она гладит. Что? Что я не дам... А ну вернись! Стреляй, твоя смерть! Я выпущу твою кровь! Как ты хочешь умереть? У меня много вариантов. Нет, ты чудовище! Теперь беги! Ты погружаешься в бездну, ощути... Мы уже переходим. Наверное, донор хочет умереть. Ненавижу тех, кто цепляется... Почитаю быструю смерть, она батит меня, словно прибой. Это не... Живот царапает черный когт. Я чувствую вкус крови. Меня окружает тайна. Чужой смотрит на меня. О, острый взгляд, черный глаз. Ласкающий, обволакивающий. Комната кружится. Клянусь, я не могу двигаться. Да кто так тасует? У меня одно барахло. Блефуешь. О, так ты, значит, мысли читаешь? А хоть бы и так. Ты же знаешь, чем мы занимались в королевской кунсткамере. Жаль, что оракул уничтожили. Просто невероятное устройство. Да, я помню. Но неужели он правда работал? Мне трудно поверить, что орденом оракулов было так просто манипулировать. Я видела его своими глазами. Удивительная машина, способная заглядывать в умы живых людей через тела мертвецов. Сны. Даже вкладывали в эту устану. Мне пожертвовать половину им...
Теперь они узнают, что на той стороне. Стоит бросить их. Ты лучше слеп. Порядке. Ну и лицо у нее было, когда я сказала, что она скоро умрет. А я... Небесный! Идем играть в кости. Ты с нами?
Наверное, она любит красные камелии. Нужно найти, где их продают. Богачи травятся этой дрянью за деньги. Жаль, что не до конца. Я маленький человек, что вам от меня нужно? Нет причин возвращаться. Что за? Я ужасно устала. Один праздник за другим. А сезон только начинается. Так себе и на.
Шань Юнь, певец, и городской администратор Айвен Якоби. Важные люди. Имя третьего главаря не названо. Магазин цветов. Над ним должна быть квартира Рэй. Признаюсь, со своей серебряной трубкой он выглядел еще более привлекательным. А то! Собрала их на заре. А когда же еще? Иначе они не годятся. Можно подумать только... Я пока слишком трезвая, чтобы вести беседы. Необычный сейф. Но я... не подойдет. Тут нужен голос Шань Юня. Певец. Что-то не так. Чего Шань Юнь хочет от бездны? У него же и так все есть.
тут нужен голос Шань Юня. Какая из них? Тут нужен голос Шань Юня. Это новое. Перфокарты быстро распродаются. Самый нож. Он в хранилище. Повезло.
Похоже, нужно найти второй ключ. Колибран Плаза? Нужно навестить Айвина Якоби. Сейчас я покажу тебе. Бежать некуда. Посмотрим. Ты умрешь за то, что сделал. Скажи чужому, что я приду за ним.
Наверное, это тот самый нож. Он в хранилище. Повезло. Похоже, нужно найти второй ключ. Похоже, тот нож. Дауд был прав.